Нету ничего более величия, чтобы поднять иман, чем Коран. Аллах в Коране говорит: «Инна фи залика ля зикра лимен кана ляху кальб». В Коране есть напоминание для того, у кого есть сердце. Аллах Субхана ва Тааля также говорит в Коране: «Афаля йатадаббаруна аль-Курана ма аля кулубин акфалуха». Неужто люди не размышляют над Кораном или на их сердцах замки? Коран, он весь великий. Коран, он весь великий, но самое великое, что есть в Коране, это хадисуллах аниллах, когда Аллах в Коране говорит о себе. Вторая часть Корана, где Всевышний Аллах о ком-то говорит помимо себя. Например, в Коране говорит Всевышний Аллах Субхана про пророков, про судный день, про какие-то народы, племена и так далее. Но самое великое, когда он о себе описывает в Коране. То есть мы с вами говорим, мы любим Аллаха, но мы не видели Аллаха. А как мы хотим вообще познать Аллаха? Как, вот, чтобы полюбить Аллаха, Субхана ва Тааля, когда мы познаем его атрибуты, его сифаты, его имена, когда мы ближе знакомимся, тем самым мы начинаем любить Аллаха, Субхана ва Тааля. Например, о каждой вещи можно сказать. То есть как вот, например, познать, сказать, чтобы ты познал ту или иную вещь? Три пути, кроме к Аллаху, Субхану ва Тааля. Первое – это когда ты видишь, можешь описать это. Второе – когда ты не видел, но кто-то из твоих близких видел, которому ты доверяешь, и он описывает его тебе. Или третье – когда что-то на это похожее есть, ты можешь сравнить. Но Аллаха никто не видел, и мы не видели Всевышнего Аллаха. И нет ничего похожего на Аллаха, Субхану ва Тааля, чтобы сравнить его с Аллахом, Субхану ва Тааля. Поэтому как мы познаем Аллаха, как мы через его имена и качества. И вот, например, ты ночью, например, ложишься спать перед сном, ты не намерен сделать, что проснуться ночью ради Аллаха, Субхану ва Тааля, прочитать тахаджуд намаз, прочитать ночной хотя бы два ракаата намаза. Аллах в Коране говорит: «Это джафа джунубу анин мададжа». Их бока поднимаются с постели. Для чего? Чтобы поминать Всевышнего Аллаха, Субхану ва Тааля. В этот момент ты просыпаешься ночью. Перед тем, как ты заснул, ты прочитал аяты, которые ты собираешься прочитать ночью на намазе, тахаджуде. И эти аяты пускай будут связаны с Аллахом, о его милости, о его милосердии, о его прощении, какой великий, Субхану ва Тааля. И ты проснулся. В этот момент люди, когда просыпаются, тоже делятся на категорию. Кто-то, когда просыпается, сразу берет телефон, смотрит там WhatsApp, кто-то включает телевизор, кто-то харамными вещами занимается, кто-то там, я не знаю, деньги считает, кто-то еще что-то делает. А ты проснулся, ничего не хочешь, кроме как помолиться Всевышнему Аллаху. Оставляешь свою семью, свою постель позади, берешь омовение, и чтобы тебя еще кто-то не видел, еще лучше, чтобы никто не знал, кроме Аллаха, Субхану ва Тааля. Берешь омовение, альхамдулиллях, с каждой капли у тебя прегрешения твои прощаются, потом берешь коврик, ищешь направление кыбля, расстеляешь, говоришь: «Аллаху Акбар», и ты понимаешь, и читаешь все аяты, которые ты ночью прочитал, тафсир этих аятов, связанных с Аллахом, Субхану ва Тааля. Валлахи аль-азим, брат мой, перед тем, как ты пойдешь на сажда, ты почувствуешь, как твоя богобоязненность, твоя вот эта трепет, она до сюда достигла. Перед тем, как ты пойдешь на сажда, и потом уже в сажда, ты будешь через эти имена и качества Аллаха просить, взывать к нему: «О милость, о милосердный, я прошу тебя это, смилься надо мной, прояви ко мне мою милость, прости меня», и так далее. Поэтому вот это лучше, чем Коран, нету ничего, чтобы не поднимало, альхамдулиллах, иман. Поэтому, альхамдулиллах, просто мы должны по-другому жить с Кораном. Не просто он, чтобы на языке у нас был. Мы должны размышлять над Кораном. Мы должны жить по Корану. То есть мы должны более быть серьезными, бдительными по отношению к Корану. Альхамдулиллах, более величия нету, чтобы Коран, альхамдулиллах, чем. И также джамаат. Альхамдулиллах, когда ты с братьями, машаллах. Вот, например, сколько Аллах в Коране говорит: «Ва йаума я'дуз залиму аля ядей». Я говорю: «Я лейтани тахату маа расули сабили». В судный день придет человек и будет себя от сожаления грызть свою руку до плеча. Почему до плеча? Потому что когда человек сожалеет, кусает палец, эх, а это будет сожалеть до плеча. И если бы я взял путь посланника Аллаха, если бы я не взял соратники того-то друга, у Аллаха он сбил меня с пути Аллаха после того, как Аллах поставил меня на этот прямой путь. Субханаллах, я знаю некоторых братьев, в другом университете учатся, которые были на пути Аллаха, которые Коран читали, которые поклоняются Аллаху. Потом связались с ненужными людьми, начали употреблять наркотики, астагфируллах, и начали призывать людей к хараму. И сбились, и себя сбили, и там, субханаллах, и многое чаще вот этой проблемы сегодняшнего дня. Поэтому почему? Потому что вот ты с какими братьями, альхамдулиллах, вот эти братья будут с тобой в этой жизни, и в судный день они будут с тобой, альхамдулиллах. И твой иман поднимается, когда ты в хорошем джамаате. Вот эти две основные вещи, которые, альхамдулиллах, наш иман поднимает, иншаллах, бидниллах. И постоянно знаешь, что Аллах всегда за нами наблюдает.
Потому что ты, когда даже заходишь на там, магазин, заправка написана, ведется видеонаблюдение, ты ничего не хочешь украсть, но некий трепет есть, как ты неловко себя чувствуешь. Или в лифт зашел, там камера на тебя смотрит, как ты уже так вот стоишь, там это побыстрее. Почему? А ты знаешь, что Аллах навсегда на себя с тобой наблюдает, вот эти вещи, альхамдулиллах, понимает, аминь.